Ну, наверное, все время не садись. Лишний раз в воздухе пробежать, всем капец. Хорошо. Я когда скажу, когда садиться. Надо что-то на себя так сажать. Сейчас слушаю инструктора. Когда уже будешь лететь, уже будешь определяться с камерой. Пробежать. Чем дольше, тем лучше. Да? Да. Слушай, инструктора все скажет. Мы же такие ничего не слушаем, делаем по себе. Да, ну прямо. Если скажу, садись, то садись. Так не надо. Что-то если скажу. Посмотрите, какой мужчина. Чуть-чуть назад можно вас попросить отойти? Не, он, в принципе, не мешает. Нет, нет, стойте, мой хороший, вы что, я же вас не удалю ни в коем случае. Ну, я ради безопасности, как я смотрю. Не помешайте, если я тут где-то, могу подняться. Там нельзя, потому что мы туда стартуем. Только сзади можно, да. Все, вот здесь вот очень комфортное место у вас. Потому что вы же не привязаны, мы-то привязаны, мы полетим. А вы покатитесь. Да, вот это не хотелось бы. Кому это надо? Поэтому лучше. Дальше хорошо. И руки постоянно держи. Пару шагов вперед. Шажочек вперед. Еще шажочек. Костюмчик сидел.